Так, мы ее выбираем. А, слушай, нам за нее деньги дали. Ничего себе. Ой, что-то здоровая баба. Ой, смотри, он бежит за нами. Слушай, он за нами бежит. Ты что, друг, ты настолько рад, что мы можем построить... Вот размещать здесь на зелененько. Ну смотри, на, держи. У-у-у, смотрите, какой большой. Ничего себе мы построили. Ничего себе башенка, ребята, вот это да. Ух ты. Еще закидываем блоки. Опа. Хорошо. Смотри, он ножками третий. Колбасит его. Ба-бам! Ничего себе! Смотри, он готов к старту, мне кажется. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Detol, и мы с вами... продолжаем играть в Lego Worlds. Да, ребята, это Lego Worlds, команда Detol. Ну что же, вам нравится Lego, ребята? Кому нравится, ставьте лайк, а мы продолжаем наши приключения на острове. И нам нужно найти часовню, как вы помните, и еще нам нужно найти трон. Где бы это все найти только? Где бы это, ребята, найти? Курочек-то мы собрали, сейчас мы теперь катаемся, видите, на свинюшке. Это очень хорошо. Слушай, а может быть трон вот там в сундуке? Думаешь, в сундуке? Нам предлагают тап что-то нажать, но вот нажали. Надо, да, надо, ну, надо слезть, наверное, в любом случае. Ну да, надо в любом случае слезть. И что дальше? Ну, зажали мы тап, выбрали. А, вон мигает у нас, исследовать, наверное, надо. Да, надо исследовать. Надо исследовать, ребятки, вот. Колючий куст. А смотри, а вот это мы не можем, что ли, исследовать? Слушай, ничего себе, у нас 7300 монет, откуда у нас столько? Ну мы же... Выполнили задание? Мы выполнили задание еще раз. А смотри, а вот эти мы не можем, да? Смотри, можно... А, он у нас... а, смотри, вот в чем фишка. И теперь у нас есть доступ... Да, теперь есть доступ к сундучку. Ну. А, и свинью побили. Да. Игрик, взаимодействие. Ну-ка. Что там? И... Да, пиратская часовая вот так башня. Новый тип открытия. Слушай, часовую башню... Постройки, а, вот мы как блоков. Раз. Да, надо ее построить и отдать, наверное, вот этому другу. 100%. Так, мы ее выбираем. А, слушай, нам за нее деньги дали. Ничего себе. Ой, что-то здоровая башня. Ой, смотри, он слушай, бежит он за нами. Бежит. Ты что, друг, ты настолько рад, что мы можем вот размещать здесь на зелененько. Ну, смотри, на, держи. У-у-у, смотрите, какой большой... Ничего себе мы построили! Ничего себе башенка, ребята, вот это да! Спасибо, дружок! Можно отдалить немножко, кстати говоря, и посмотреть, как, насколько она здоровая. Ну-ка. На, не, нельзя так, текстурка. Так о, какой, смотри, ох ты, ничего себе. Еще один, смотри, какая красивая, а? Огромная, пиратская причем, как и корабль. Да, кстати, реально, говоря. Слушай, крутяк. Ладно, поехали, теперь нам нужно найти трон, да? Где может быть трон у нас? Да, где может быть трон? Слушай, там где-то у нас вот там внизу какое-то задание еще было. Может, у него трон вот зелененькое? Есть? Вон там, видишь, вот это вот горит. Да. Может, о, смотри, трон? Я вижу трон. Ну, тут надо придется постараться, мне кажется, наверное, да? Почему? Ой, нет, подожди, надо нам тап здесь... нажимать обязательно и забирать, да? Да, вот смотри, мы наведем, мне кажется, и все. Ну, все, отлично, у нас подсказка прям была. Ребята, шикарно, мы нашли трон, это так, круть. Это все убираем. А что нам еще что-то мигает? Еще хочется, чтобы костер, наверное, чтобы мы забрали. Видишь, а, костер точно, моргает. Точно, костер 100%. Давайте заберем костер, возьмем эту видимо, штучку. Он нам понадобится где-то в другом мире, ребята. Так что мы да. Сейчас построим корабль и, наверное, улетим куда-то. Интересно, вот эти штучки нам понадобятся? Давай вот этот факел возьмем, мне кажется, это давай, классная штука, если что, будем обустраивать, да? Да. А если... почему мы трон скопировали, а он остался здесь? Типа так должно быть? Опа, ой, лодочка нам пригодится, может быть. А вот интересно, сколько у нас... новый тип открытия. А сколько у нас есть места? Вот, что мне интересно. Мне кажется, она бесконечная. Бесконечная? Да. Ох, это так, классно. Смотри, вот трон, нам нужно его в любом случае изучить. Слушай, а мы его точно изучаем, или это нам деньги за это дают? Нет, мы его тратим кстати, наши монеты. Можно на лодке, кстати, покататься. Да? Да, ну, представляешь, здесь поехали. На всем можно кататься. Да, это транспорт, и у нас... Ничего себе! Смотри, а вот здесь еще вот такой вот транспорт. Еще одна лодка? Да, еще давай одна давай, пиратская, смотри. А, это, наверное, от корабля. Но надо ее тоже собрать. Заберем ее себе тоже. А если мы сейчас нажмем... Оба! А, хорошо. И вызываем нашу штучку. На тап надо зажать. А почему смеется? Я не знаю. Это весело. Так. Так, забираем вот эту тоже. Хорошо. А интересно, он плавать-то умеет, наш друг, или нет? А вот надо проверять. Ух ты! Умеет. Слушай, там можно подводные, кстати, штуки тоже себе забирать. А как нырять? А, подожди, ну вот есть плыть вниз, действие или... А, пробел. Так, подожди, там что-то зажмите левый...
что-то там, я не пойму, вот здесь написано. Для погружения, плыть вниз, зажмите левый... Левый Ctrl зажимаем. Ох, да ничего ладно, себе, ребятушки, можно... смотрите. Здесь прям целый подводный мир. Вот это да, можно и плавать под водой. А сколько у нас кислорода есть? Песочно-зеленая рыба какая-то найдена, ребята. Доступен список предметов. Ух ты как, список предметов? Ничего себе. А что с нами случилось? Мне кажется, так под водой нельзя долго. Ты видишь, что мы рассыпались, жизнь потеряли. Сори, я что-то подумал, что он бессмертный. А, конечно, как же он может быть бессмертный, ребята? Ладно, пойдем отдадим нашему другу. Пирату, да, пирату отдадим. Кого мы там? Трон. Да, трон, точно. Можно было, кстати, удобнее там зайти, наверное, нет? А, вон вообще... Да вон нормальный вход. Здесь дырка в этом корабле, ребята. Смотри, нам еще что-то подсказывает, срочно нажать таб. Да, что-то о, есть. О, смотри, здесь предметы у можно нас... как-то использовать. А-а-а, ничего себе, за золотые вот эти вот кубики. Ну, во всем фотоаппарат, да. Ничего себе, очень много всего, ребята. Да, действительно, походу. А дело... чего хочет-то он сделать? Что тут интересного есть? Я думаю, что до корабля что-то должно быть. Потому что... Может, там какие-нибудь бочки? Бочки можем забрать? Давай бочки соберем. Что-то я не понял, почему он нам предлагает... Ну, да. А, трон посадить, отдать ему. Вот ну, в это понятное фишка. Дело, что трон мы поэтому отдадим. И моргал, наверное. Па-па-па-пам! Спасибо, наш дорогой друг. Спасибо, друг. Мы сейчас отремонтируем свой корабль и улетим. Ох ты, рассыпалось, сколько всего много. Интересно, только... Подбираем бежим. Сейчас все это, все соберем, конечно. О, золотых блоков до нового задания. Ой-ой-ой-ой, что случилось? Ничего себе, какая анимация. Уровень 2. Строитель-первооткрыватель. Шикарно, ребята, что-то прямо у нас куча. О, что-то смотри, произошло, да? До нового задания теперь 7 блоков надо собрать. Вот 3 это, золотых да. блока. То, что нужно вашей ракете. Отлично. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Какой приятный дедушкин голос тогда нам говорит, это? Это точно. Такой заботливый он какой-то. Да, прям заботливый. Прям от него веет теплом и уютом. Так, ну что же, мы подбираемся и взаимодействуем. Да, взаимодействуем. Y нажимаем и оп, закидываем блоки. Ух ты! Еще закидываем блоки. Опа! Хорошо. Смотри, он и ножками колбасит его. Ба-бам! Ничего себе! Смотри, он готов к старту, мне кажется. А где да, мы? Да, мне кажется, да. Мне кажется, он на нас упал. А, или... Подожди, мы уже сидим? Мы внизу. Мы опять застряли, да? Да. Ну слушай, надо лететь, наверное, а что делать? Или нажмите кого-то тап еще. Или открыть, я не понимаю, а что он хочет-то? Ну, надо нажать C и нажать Y. А он или говорит... и нажать. А, вот, все нормально. Ребята. На карте галактики отмечены все миры, можно которые еще вы посетили. Тот, в котором вы находитесь. И те, что еще предстоит исследовать. Ну, ничего. Собирайте золотые блоки, и вы сможете добраться до больших планет с несколькими биомами, где вас ждет вот это множество да. новых открытий. Вот это да, ребята, это круто. Это реально супер так, просто. Так, ну что, мы должны куда-то переместиться? Мне только сюда, да? Я понимаю, да, мы здесь находимся, да? Да, только вон туда можем. И да, сюда перемещаемся. Ну, поехали, полетели, ребята. Да, как это сделать? Не знаю. Может, на... Вот, смотри, тут ракетка какая-то есть. Вот здесь вот, может, тут нажать надо. Так. А, ну все правильно. Надо нажать вот сюда, вот на это. И вот... О! А, смотри, это... А, слушай, это разные... Вот мы сейчас на этом, да, по всей видимости, находимся? А, наверное, да. А, ну да. И нам нужно сюда, вот, да, отправиться в мир. Понятно. Шикарно, ребята. Нет. Я нажал оставаться в этом мире или нет? Нет, 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 отправиться. Все нормально. Полетели, ребята. Полетели, слушай, полетели. Круто, реально, вообще круто. Очень круто. Смотри, мы прям в космос улетели, что ли, все? Я в восторге от этой игры. Шикарная, шикарная, ребята, шикарно летим. И у нас загрузка, смотри, какая-то. Да, переключилась на загрузку графика, да? Да. На заставку. Опа, и расслабились, да? А да. дальше что? Поливаем цветы. Поливаем цветы, выпускаем любопытных белых. А, мы... это загрузочка, загрузочка. У нас звуковой скорости, интересно, поворачивать можно? Нет, не, нельзя, ничего нельзя, 98%. Все, вот теперь в заставку перешло. Входим в атмосферу, ребята. Что же нас здесь ждет? Что ждет нас в этом мире, ребята? Поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, дальше будет интереснее. Конечно, ребятки, конечно, приземляемся. Ух ты, смотри как, а? Да. Теперь мы хоть не с парашютом летим. Смотри, здесь как-то темненько. Да, действительно, какая-то лава у нас здесь началась.
первобытные опасности. Ой, жарко, о, да? Тихо, тихо, дружище. Слишком. В облачке мыслей над вашей ракетой можно увидеть, сколько золотых блоков осталось до следующего. Ага, то есть нам 7, да, нужно? Что не все миры изобилуют золотыми блоками. А что с нами творится-то? Все, а, все, хорошо. Блоки в одном мире, отправляйтесь в другой. Так, нам нужны блоки. Найдете еще. Небо рушится. Еще один. Метеорит один, ребята. Побежали срочно. Один метеорит. Что там? Круто. О, смотри, нам советуют что-то. Ох, смотри, ничего себе, что такое за штука? Ух ты как! Изменение ландшафта. Да ладно! Вот это да, у нас появилась новая фишка. Изменение ландшафта. И... Изменение ландшафта. Этот инструмент позволяет изменять поверхность. Вот это да! Ух ты ж на тебе, а! Воздвигните гору. Создайте долину. Ничего себе. Снесите целую деревню. Да ничего. Инструмент в ваших руках. И решать. Смотри, разровнять можно было, да? Вообще все что угодно можно делать. Да, ребята, это, конечно, мега круто. То есть здесь можно вообще мир под себя создавать. Конкретно. Только причем? Вот смотри, если бы мы изменили тот мир, в котором были прилетели сюда, а где наш именно мир? Когда его можно будет создать? Ну, мне кажется, пока что здесь какая-то сюжетная линия все-таки. И вот смотри, блоки, задания. Пойдем все-таки задания повыполняем и посмотрим, что дальше, потому что... Ну давай, давай, да, без поговорим. Этого вообще никак. Она застряла, твой, твоя помогай, моя давай. Можно поднять или опустить поверхность. Слушай, давай попробуем. Давай, да, конечно, попробуем, ребята. Так, повысить и понизить. Так. И нам теперь доступно повысить и понизить. Слушай, давай вот так вот. Ну, слушай, можно потихонечку, наверное, повышать, понижать, да? Вот прям по чуть-чуть. А где здесь? Прям вниз надо тянуть, да? Или как? И просто нажимаешь, и все. Зажать, наверное, надо. И? А, нет, это растет наоборот. Растет? Да, надо вниз. А интересно, здесь могу поставить? Да, да, смотри, растет, растет. Вот это горка, вот это да. Так, хорошо. Смена режима, поднять, опустить, один. Отлично, вот, теперь понижаем. Ой, а почему нельзя это сделать? Почему? Это можно сделать, просто красненькое это вниз, а зелененькое наверх, поехали. А, да, ну, отлично. Конечно. Смотри, он собирает в себя маленькие кусочки лего. Слушай, круто. Очень круто, ребята. Изменить, смотри, можно, кстати говоря, прям размер еще увеличить вот так. О, вот это круто вообще. А то мы какую-то дыру, мне кажется, сделали. Слушай, она теперь вниз ушла куда-то. Все нормально? Вот, все огонь. Ребята, мега круто, конечно. Очень потрясающе. Круто. Ну что ж, я думаю, на этом все. Мы сегодня попробовали ландшафт изменить. Нам понравилось. И будем думать, что делать дальше. А вам огромное спасибо за просмотр. Поддержите нас лайком, подпишитесь меняйте на канал. Ландшафт. И до новых встреч в новых видео. Да, ребята, с вами была команда Detol. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Пока.